Сарове раскрыли серию краж из продуктового магазина. 22 июня в полицию обратился директор супермаркета и заявил о том, что служба безопасности задержала покупателя, который пытался вынести из магазина бутылку виски, не расплатившись. Злоумышленника уже привлекали к административной ответственности за хищение алкогольной продукции. При дальнейшем разбирательстве, при просмотре видео с камер видеонаблюдения, установленных в магазине, была установлена причастность данного лица к ранее совершенной краже 20 июня. Тогда злоумышленнику удалось похитить из супермаркета две бутылки алкогольной продукции, это тоже было виски, на сумму около 1500 рублей. Также 22 июня злоумышленники разбили одно из окон квартиры дома номер 11 по улице Радищева. Проникли внутрь и похитили сотовый телефон к Xiaomi и ноутбук, не представляющий материальной ценности для заявителя. Общий ущерб составил 15 тысяч рублей. Неспокойно на прошлой неделе было и на дорогах города. Водитель автомашины Hyundai Solaris 2001 года рождения на пешеходном переходе нерегулируемом совершил наезд на пешехода, женщину 71 года рождения, которая переходила проезжую часть дороги. В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения в виде открытой черепно-мозговой травмы, сотрясения головного мозга, ушибленных ран левой теменной области, закрытый перелом обеих костей левой голени, средней трети со смещением. После осмотра врачом женщину госпитализировали в травматологическое отделение КБ-50. Ее собака, с которой она переходила дорогу, скончалась на месте. Автомобилем водитель управлял без прав, которые у него отняли за вождение в нетрезвом виде. Виновник ДТП задержан. Еще один нарушитель ПДД без боя решил не сдаваться. Отказался предъявлять документы, водитель которых, которые обязан предъявить сотруднику полиции. Соответственно, он был задержан. В отношении его был составлен ряд административных материалов, в том числе и по статье 19.3 Административного кодекса за злостное неповиновение сотрудникам полиции. Нарушителя все же удалось задержать. Анна Пилипец, Артемий Глазков, Александр Мальков, служба новостей Саров, 24.